элитарный миксер с тремя насадками для взбивания и смешивания продуктов. Сегодня знакомимся с планетарным миксером КТ-13081 российского бренда Китфорд. Посмотрим, что он из себя представляет. Помимо миксера в комплект входят чаша, крышка чаши, насадка-лопатка, венчик, крюк для теста, сепаратор для яиц, лопатка, инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из долговечного пластика. Чаша и насадки из металла. Емкость чаши 4,2 литра. Подойдет для большого объема продуктов. На пластиковой крышке чаши есть отверстие для добавления продуктов во время работы миксера. Планетарная система обеспечивает равномерное смешивание продуктов без комочков. В нижней части устройства расположен регулятор скорости. Он включает миксер и позволяет плавно менять скорость работы. Всего здесь 6 скоростных режимов. Можно подобрать подходящий для приготовления смеси любой консистенции. Есть импульсный режим. Он обозначен буквой P. Над регулятором скорости расположена кнопка откидывания моторного отсека. На моторном отсеке миксера находится цифровой дисплей и две кнопки для установки таймера. Таймер имеет два режима работы. Прямой и обратный отчет. По таймеру прямого отчета можно установить требуемое время взбивания, а в следующий раз сразу выставить это время на таймере обратного отчета. По истечении установленного времени миксер выключится автоматически. На дне прибора находятся вентиляционные отверстия и ножки-присоски, которые надежно удерживают его на столе во время работы. К миксеру прилагаются три насадки. Венчик для взбивания, насадка-лопатка и крюк для теста. Венчиком можно взбить белки в крутую пену и замесить жидкое тесто для бисквита или кексов. Насадка-лопатка подойдет для мясного фарша, картофельного пюре и томатной пасты. Насадка-крюк успешно справится с замешиванием густого теста. Также в комплекте есть пластиковая лопатка, которой можно выложить тесто из чаши и нанести крем на корж для торта. У прибора есть защита от перегрузки и перегрева. Таймер выключает мотор через 10 минут. Если вы забудете про работающий миксер, он выключится автоматически. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. Насадки лучше промывать под струей воды, используя мягкую губку. Планетарный миксер Китфорд КТ-13081 с вместительной чашей и тремя насадками подойдет для взбивания и смешивания продуктов для выпечки, десертов, пюре и даже мясных блюд. Он оснащен функцией таймера и по истечении заданного времени отключается автоматически.